Храм Нефритовой горы – знаковое место в Ханое. Поставил себе задачу заработать на билет в знаменитый театр на воде. Не цирк на воде, а театр. Билет стоит 20 тысяч донгов. Для начала распоемся. Vui vẻ lắm, mấy em nước ngoài vào vui vẻ lắm. Không biết nói luôn hả? Không. What does he say? Он говорит, что... Ты говоришь по-русски? По-русски. Так, давай тогда знакомиться ближе. Откуда ты знаешь русский язык? Садись, пожалуйста. А, вот. Ну, я студент. Студент? Да, я в России учусь. Учишься сейчас в России? Да. Два года. А в каком городе? В Иркутске. В Иркутске? А на кого учишься? По самолету. А, самолетостроение? Да. Не у меня, моя специальность называется авиационные двигатели. Авиационные двигатели? Авиационные двигатели. А, то есть, а сколько лет ты уже в России живешь? Ну, 2 года. Ты приехал сюда на выходные? Ты из Ханоя? Нет, из деревни. А, из деревни, которая рядом здесь? Нет, не рядом, здесь далеко. Далеко? А, ты просто приехал сюда? Да. Но я как учусь в России, а потом сейчас летом, да? Да. Каникулы. У тебя здесь, да. Понятно. У нас какая идея? Мы эту песню учим для того, чтобы спеть потом на одной из самых людных улиц и заработать на ужин нашей съемочной команды. Видишь, голодный оператор. Как думаешь, получится? Ну да. Давай? Давай. Давай куда-нибудь пойдем и споем там. Может, заработаем денег. Угу. А? Давай. Давай. А где вот здесь вот можно рядом попробовать? Ну, везде. Где? Везде. Везде? Да. Я просто... Ты ходил в театр на воде? Нет. Ага. Мы заработаем на билеты в театр на воде, который... Давайте. То есть нам нужно 20 тысяч... Но 20 тысяч донгов стоит билет? Да. Нам нужно как минимум 40 тысяч донгов заработать. Пошли? Пошли. Пошли. Ну что, весь мир большой чемодан и песня – самый легкий способ найти этому подтверждение. Парень по имени нам в помощь. Знает русский и в театр тоже хочет. Будем испытывать Ханой вместе. О, еще девчонки к нам присоединились. Все складывается. Нет, мы будем с тобой петь и заработаем эти деньги. Ты увидишь, это легко. Только, ну чтобы... Так не легко. Это очень легко. Только нет. Чтобы... Это Вьетнам. Вьетнамцы не... Не будут бросать деньги? Да. Давай поспорим, если... Оса, как самое известное вьетнамское национальное блюдо? Как что это? Фо. Если я сейчас проиграю... Сколько стоит? Не знаю. Ну, примерно, в донгах сколько? Ну, 300. 30 тысяч донгов? Да. Это чуть больше доллара. Окей. Да. Если я проиграю, я тебе куплю, заработаю денег сам один и куплю тебе фо. Если ты проиграешь, то ты меня угостишь, окей? Окей. Все, давай, спорим. Mag bay ta ti con xin lôi son o ma li ti men don don dai da con mat o ma li tin mag bay ta ti con
동네 wow, join us. 상큼한 말이 되면 런던 라이. 세노 엔타이공. 세노 엔타이공. 진범법가정공. Can I go for? Oh my bon my name bon. Oh my bon my name bon. Mặt bị ta thì cọc xin. Cất đi. Chú vừa không được. Nói thôi, nhiều đốt nè, Master. À, здесь нельзя? Да, нельзя. А, хорошо, мы... Хорошо. Хорошо, хорошо, мы уходим. Excuse me, excuse me. Посчитаем, сколько, 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 сколько? 50. В смысле 50? Подожди. 10 тысяч? 20 тысяч? 30 тысяч? А это что? 20. 50? Да. Ты проиграл. Ты проиграл. Ты проиграл. Смотрите, все видели. Ты проиграл. Мы столько что с тобой заработали 50 тысяч донгов. Это хватит, во-первых, на 2 билета в театр на воде. А во-вторых, еще, может быть, на 10 тысяч. Что мы купим? Команд! Команд! Подожди, а мы с тобой идем в театр, между прочим? Давай. Подожди, а вот 20 тысяч там что написано? Ну, если у тебя здесь еще фотоаппарат, то за фотоаппарат еще 20, то есть есть? То есть дом. Это не билет? Это билет за фотоаппарат. А сам билет сколько стоит? 100. 100 тысяч? А у нас 100 тысяч на одного человека? Да. Надо 200 тысяч получается. Да? Но если у тебя здесь еще фотоаппарат, то 120, то есть есть? Итак... Проблема. Хорошо. Я поторопился. Входной билет не настолько дешевый, как мне показалось. Не туда посмотрел. 200 тысяч. Мне 100 тысяч, и тебе 100 тысяч, да? Да. А у нас всего 40 тысяч сейчас. Погоди. А это что такое? 60. Ну, билет есть два типа. Ага. То есть это самый дешевый билет, 60 тысяч. Да. Но там не видно. Слушай, я знаю такую фишку, если остаются места внизу, можно потом спуститься. 80 тысяч не хватает, да? Угу. Все, поем здесь, значит. Прям здесь. Прям здесь будем петь. Пошли. Окей. Только я с тобой. Ты со мной. Идем. Так. Снова поем. Ну, тут одни иностранцы. Нам, конечно, в шоке. И, наверное, еще долго будет вспоминать этот жаркий ханойский вечерок в холодном Иркутске. Петь не хочет, а поет. Не уходит. Ну где еще такое возможно? Я, конечно, поймал какой-то необыкновенный драйв, и меня, как говорится, не отпускает. Wow! Yes! Thank you so much. Yeah. Сколько, 5? I like you. 50 тысяч! What's your name? My name is Ba. Ba? Yeah. Ba. Sing with us. Результат есть, но уже дали второй звонок, и у нас еще только 90 тысяч донгов. И для полного счастья не хватает тридцатки. Поем, что делать. У нас 100 тысяч донгов! Да. 140, то есть. На 2 билета точно хватит. Нет. Все, в очередь. Это тебе держи. Сделали это нам. Да, окей. Вот так вот. Конечно, сцена театра Тханглонг, заполненная водой, поражает. Но мы так нагорланили, что для эмоций и удивления не осталось места. Сейчас отдышимся и начнем удивляться. На родине Риса другого театра и быть не могло.
Издревле артисты приезжали в поле и таким образом развлекали сельских жителей в день окончания посевной. А теперь удивляет туристов со всего мира. Получается. Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А еще лучше все вместе. Вот эта манера звонкого девичьего пения тоже древнейшая. Называется ка-тру. Существует легенда, что именно такими песнопениями девушка спасла свой народ от врагов. Одну минуту. Ненадолго меня хватило. Пробираемся за сцену. Надо увидеть, как все там работает. Значит, все просто. Зрители актеров отделяют циновку, через которую видно, не скажешь сцену, сценический пруд. Так что ли это можно назвать? Смотрите, все, кто управляет куклами, одеты специальные водонепроницаемые костюмы. Длинные палки, с помощью которых управляются куклы, под водой не видны. И создается полное ощущение, что кукловод сидит в воде по самые темечко. Кстати, здесь в театре Тхангглонг название профессии кукловод звучит как-то по-особенному, будто произошло не от слова «вводить», а от слова «вода». Кукловод. Вот-вот. Нет, ну а что, если есть срочные дела, почему не поговорить по телефону? Действительно. Во время спектакля прям. Аутентичные звуки удивительного водного театра Тхангглонг уже на акустической карте мира. Ну что, осталось попробовать выигранное в споре знаменитое блюдо фо. И вперед, следующее акустическое путешествие. Нам, где бы ты ни был, спасибо тебе. Теперь ты точно знаешь, весь мир – большой чемодан. Правильно? Вкусно, да? Очень. Ты даже не представляешь, как. Мне сейчас кажется, что ничего вкуснее в мире нет. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие.